Приветствую вас. История здесь следующая. Если важность человека определяется желаниями, потребностями, нуждаемостями субъекта, то есть тот, кому человек важен, то повышается значимость этого человека, а вместе с тем страх субъекта страдать. Страх перед страданием субъекта. Поэтому, по факту, именно в этом и заключается причина того, почему чем важнее человек, тем больше делаем вид, что нам все равно. Страх. Мы просто боимся. Не сказать, что это здорово и хорошо, не сказать, что это круто, не сказать, что это правильно, но такова реальность против нее, против реальности, то есть на данный момент пойти невозможно, вот, и, соответственно, можно говорить о том, что такие отношения не являются сколько-нибудь, искренними, сколько-нибудь важными, сколько-нибудь естественными, здоровыми. Важным это является, здоровыми не является. Вот, поэтому тут прошу меня, немножко извините, оговорился. Вот. Ну, соответственно, такая вот история, такой момент, вот. И, в общем, мне думается, что именно так можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Другое дело, что вы будете делать дальше, то вы будете делать, например, со своими желаниями, теми же чувствами. Вот. И с причинами того, почему вы делаете вид, или кто-то другой делает вид, что все равно, хотя на самом деле это не так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Если у вас остались дополнительные вопросы, или если вы хотите поработать более подробно по этому направлению, по направлению потребностей, по направлению выстраивания гармоничных отношений, обращайтесь в личку «Бодрота ночи». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.